Избирательная комиссия Московской области проводит ежегодный областной молодежный конкурс «Доступно о сложном». Творческое соревнование пройдет с 1 по 31 октября. К участию в нем приглашаются молодые люди в возрасте от 14 лет. Это хороший шанс проявить себя для тех, у кого уже есть опыт в съемках и размещении видеороликов для социальных сетей. Заявки принимаются до 15 октября. Все подробности на сайте избиркома.